хотел бы проинформировать вас о том, что только что закончил разговор с коллегами из Киева, Берлина и Парижа, в так называемом нормандском формате. Мы договорились о том, что постараемся организовать встречу в таком же формате между главами государств и правительств в Минске. Будем ориентироваться на среду, если к этому времени удастся согласовать ряд позиций, которые мы в последнее время интенсивно обсуждали. И я просил бы вас помочь нам провести эту встречу так, как вы сделали это до сих пор, любезно предоставив Минскую площадку для встреч на экспертном уровне в рамках так называемого Минска. Я в курсе дела. Петр Порошенко мне позвонил несколько минут тому назад, рассказал тоже об этом. Он знает, что мы с вами будем встречаться. Да, поэтому я заверяю вас, что ради того, чтобы было спокойно в нашем с вами общем доме, это не чужие нам люди в Донецке, Донбассе, в Украине, мы будем в Беларуси делать все для того, чтобы выйти из той ситуации, в которую они попали. Беспокоиться за мероприятие в Минске. В среду, к вечеру, как вы предлагали, мы организуем все. Приезжайте, я буду рад вас встретить. И будет о чем еще поговорить. Спасибо большое. И хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете по урегулированию кризиса на Украине. Спасибо большое.